нам загрожує. Так, значить, є. Залетів у нас. Глибоко тут. Ну так був. Ленивый был. Это по Мелитопольцу точно такой, как он, по масти 2 на 4. А недавно еще и залетел добавок к этому, к Гарбору. Ну, я ему решил. Естественно, вы уже знаете, что я решил с ним сделать. У нас голуби такие не живут. Гарбор ловил. Ловил гарбор. Одному очень неудобно мазать, но ничего. Намажу. И маємо штрафи, якщо не буде виконання відповідно закону, і маємо взагалі нібито спрощення. Значить, Мелітополь і моя голубка. Давайте почнемо, що взагалі змінилося. От зараз, якщо людина має активку на європейській реєстрації, що її потрібно так робити? Я розумію, про це вже дуже багато говорив. Намазав, все. Але ця тема залишається актуальною. Ну давай, родной, погода хорошая. Поехали. Опля. Так, где он? Вот он. Давай, посмотрим. Так что отличный ветерок, голубок набирает высоту. Если бы он к гарбору не залетел, я бы, конечно, мы бы еще с ним поработали. Но так и желания у него не было летать. Еще и к Вите гарбору залетел. Ну, вот он себе нажил такую судьбу. Я первый раз я кидал как-то вот его по тем же голубям, я кидал, она такая темнохвостая, она у меня потом стала летать, помните, тоже я ее намазал, выкинул, и она пришла на следующий день. Вот это ее как бы родственник, только меньше плодом. Что самое интересное, вот смотрите, та вроде бы, ну, одни родители, но та с головой приходит с кудряшок и не залетает, а этот ни с того ни с сего у меня раз и залетел, понимаете? Вот какая бывает интересная история, когда по одним родителям, а голубята бывают один с головой, а другой без головы. Ну вот за это, что он без головы, я его завез в эту свою деревню Кудряшовку и выпустил. Ну, я уж уже выпустил тут одного наборняка такого, блондину залетел. Потом выпустил Пашу тракториста, потом выпустил часовщика сплошную. Так что я тут много выпустил. И вот видите, сейчас вот он уже тут. Если бы ястреб был, ну вот я уже тут снимаю его практически минуту, ястреб бы мог уже появиться. Возможно, уже какие-то есть эти сдвиги того, что он, видите, вот сколько он уже тут. Минуту я его держу, прямо надо мной подошел. Если его ястреб не съест, он может прийти в город спокойно. Может опять к гарбору попадет. Ну, пока, видите, ястреба нет. Минута в полете. Вот он начинает что-то немножко идти в отстрел. Это голубенок не знает хищника. У нас как бы атак не было, так что он такой, видите, спокойно летает. Он сейчас где-то над Панченко и Володя. Володя Панченко, вот он сейчас там, в том районе. Возле Панченко летает. Возможно, ястреба уже нет, видите? Ну,
конечно, этот репортаж не очень интересный, я снимаю. Но я почему снимаю? Я все-таки жду, что если будет атака, я потом не успею поймать голуба в объектив. А так вот я жду, когда, возможно, будет атака, чтоб не пропустить момента атаки. Так что вы меня поймите, такое скучное кино снимаю я. Скучное кино. Скучное кино. Ну, ястреба нет, видите? Возможно, он уже тут у нас покушал кое-что. Уже и нету. Я думаю, что он тут у нас был один. Видите, все снимут, он опять ко мне подходит. Был над Панченко, уже опять над этим местом, где я его кинул. Еще кружок. Ищет дом, высоту не берет. Ястреба нет. Сейчас сядет тут у нас дом. Высокий, наверное, на него он собрался сесть. Да, видите, нету ястреба. Возможно. Повторюсь еще раз, возможно, уже он покушал голубей. Идет на это место, где его бросили. Вот идет низом. Опять идет на мою машину, на меня. Ладно, бросаю я кино снимать. Пойду кроликов кормить. Видите, ястреба нет.